Solid Edge поможет вывести каждый этап разработки продукта на новый уровень. Функция автоматического упрощения сборки позволяет быстро убрать детализацию, чтобы ускорить работу над крупными проектами, а также защитить интеллектуальную собственность. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно выбрать детали, которые нужно упростить. Определенные параметры позволяют удалять компоненты и полностью управлять степенью упрощения. С их помощью можно удалить ровно столько внутренних и внешних данных, сколько необходимо. Можно с легкостью переключаться с упрощенной версии на детальную и обратно. Кроме того, в Solid Edge есть функция, которая позволяет быстро определить объем любого контейнера или емкости. В данном случае нам понадобится определить свободный объем этой бутылки при определенном уровне жидкости. Команда пересечения поверхностей поможет рассчитать любой необходимый объем. В Solid Edge появились улучшения проектирования трубопроводов. Одну и ту же подсборку трубопровода можно размещать несколько раз по разным трассам, сохраняя один и тот же номер деталей в спецификации для последующих операций, например, создание чертежа или для отчетов по составу сборки. С помощью команды «Создать маршрут» можно быстро скорректировать трассу трубы таким образом, чтобы она проходила через все фитинги и крепежи. Затем мы переходим к чертежу сборки трубы и видим, что в спецификации деталей указано правильное число вхождений каждой трубы, несмотря на то, что физически у них разные трассы. Еще несколько усовершенствований можно увидеть в одном из решений линейки Solid Edge под названием KeyShot. Существенно ускорился процесс создания изображений высокого качества. Вложенные меню можно перетаскивать в отдельные окна, чтобы они всегда были под рукой. Параметры команд можно включать и отключать. Компоновки можно сохранять и быстро извлекать при необходимости. Здесь мы используем анодированный алюминий, красную краску Metallic, еще несколько новых непрозрачных пластиков. Реализуйте свои проекты с Solid Edge и KeyShot.